Первый снег и первые хлопоты у коммунальщиков. Пришла ли зима в Раменское неожиданно или ее встречали широко распростертыми руками? Мы выясняли у главного инженера Раменского ДРСУ Армена Манукяна. В этом году мы были информированы, мы знали, что значит будет снегопад. И по готовности техники мы тоже показали, что техника наша вся готова к этой зимней уборке. И в субботу уже прошел первый снег. И, значит, можно сказать, что мы справились, наверное. С началом снегопада основная задача дорожников – не допустить наката снега и гололедицы. Для этого поверхность дорог и тротуаров обрабатывается пескосолянной смесью. После окончания снегопада, согласно установленному ГОСТу, уборка осадков не должна превышать 4 часа. И потом, после обработки, значит, проводится очистка. И это, на эту очистку тоже регламентируется вот этим же 4 часами. То есть основная задача убирать снег во время снегопада – это бессмысленно. Пока зима окончательно не пришла, еще возможны оттепели, дороги обрабатываются солью, без песка, чтобы было меньше грязи. Но с наступлением зимы обработка будет проводиться песко-соляной смесью. Содержание, ну это 20%, значит, смесь, значит, то есть одна часть это соли, 4 четверти вот этого вот с песка. Сегодня с 6 часов утра шел снег. 20 единиц техники были задействованы в уборке. По состоянию города к полудню стало ясно, что на данный момент с уборкой справляются в полной мере. Почти все тротуары и автобусные остановки очищены, а значит, с ГОСТом справляются. Марина Миткевич, Михаил Лебедев для программы «Городские вести».